Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице спасатели рекомендовали осторожнее ходить по льду водоемов. Как сообщает пресс-служба ГОЧС и ПБ, нельзя выходить на лед водоемов без необходимости. Но если вы оказались на льду, то нужно идти к берегу скользящим старческим шагом. Эксперты рассказали, что при переходе замерзшего водоема надо пользоваться проложенными тропами. А если таких нет, убедиться в прочности льда с помощью палки. И ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Отмечается, что самые опасные места – это площадки, которые покрыты толстым слоем снега. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!